Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Принес посылочку курьер. Это заказик мамы из компании Тиандем. Сейчас заглянем, посмотрим, что же в этой небольшой коробочке такого интересненького. Ну, как обычно, все, транспортная компания СДЭК, курьер, доставка курьер бесплатно. И вот он заказ. Быстренько пришел заказик, как всегда. Все ссылочки оставляю в инфобоксе на компанию Тиандем. Сейчас очень выгодные условия для новых покупателей. Все вам подскажу, расскажу уже, потому что с вами свяжусь. И ссылка в инфобоксе, по которой вы проходите. У вас появляется свой индивидуальный номер, по которому вы сможете заказывать со скидкой минус 35%. Мама еще воспользовалась промокодом, который дает дополнительную скидку 5%. Бесплатная доставка. Представляете, сколько выгоды и экономии. А вот, я с вами свяжусь, все вам полнейшим образом расскажу. Ну что, заглядываем, смотрим, что она на этот раз заказала. На этот раз у нее в заказе вот такой вот напиток. Фитоночь. В общем-то, это вот такой вот порошочек. Здесь, ну такой, на курс. На курс. Фитоночь с травами. Для того, чтобы спокойно спать, снимать стресс. В общем-то, здесь и антистресс с травами, плюс шиповник, без сахара, глицин, мелисса, пустырник, шиповник. Вот, вот так. Вот это еще не все. И вот только у нее штучек. Даже не посчитала, сколько штук у нее этого антистресс. Ой, ну, в общем, фитоночь. Есть еще антистресс, а это фитоночь, чтобы ночью спать. На такой курс. Дальше. Салфетка для посуды пришла в подарок по нулевой стоимости. Это подарок абсолютно бесплатно. Салфетка для мытья посуды. С одной стороны, она вот такая вот ворсистая, мягенькая, а с другой стороны у нее такие, как ворсиночки, которые без чистящего, моющего средства, можно что-то отмыть, посуду помыть, ну и плюс добавляйте моющее средство, отлично все справляется со всем. Так, и вот еще два, кстати. А дальше у мамы в заказе это у нас гидрогелевые патчи для век с красными водорослями и йодзу. Серия Океан Рич на 30 применений, здесь 60 штук, ну, 2 глаза, 30 применений. Гидрогелевые классные, осветляют область под глазами, напитывают, разглаживают мелкие морщинки, подтягивается и высветляется область. Люблю очень их, и вы на мне их часто по утрам видите в видео. Дальше, что еще в заказе? В заказе витаминно-минеральный комплекс «Пиолянь». Витамины, минералы, вот такой состав, по одной капсуле в день. Здесь у нас хороший очень состав, расписано содержание в одной капсуле и процентное содержание от потребляемого уровня, значит, суточного. По одной капсуле в день, биологически активную добавку пиолянь на постоянной основе. В общем-то, пьем и поддерживаем свой организм. Дальше еще Гера Пролайн. Здесь у нас содержится магний, дальше еще кверцетин и липовая кислота. Сосуды, капилляры, головные боли, мигрени, сердечно-сосудистая вся система. Также, конечно, и к зрению отношение идет, потому что это у нас сосуды и капилляры. Вот по одной капсуле в день вместе сочетается замечательно. Все замечательно сочетается, поэтому вот. Следующее. Вот такой вот выгодный наборчик сейчас покупаем. Чай Нони. Это у нас формат рассыпного, а есть еще чай Нони пакетированный. Это сушеный, вот такой измельченный сушеный фрукт Нони. Абсолютно натуральный. В нем это кладезь просто витаминов, минералов, аминокислот.
можно кому полностью 100% натуральный продукт, можно заваривать такое с маленького возраста, ну там прям давать там по пол чайной ложечки, потом по чайной ложечке, ну и в общем-то. А сами пьем с утра натощак, завариваем такой чай, ну и начинаем там с полстаканчика и дальше. Для поднятия иммунитета, для активной работы всего организма. Здесь у нас 2 пакетика по 25 грамм, то есть 50 грамм, это чай рассыпной. В общем-то, здесь все написано, завариваем, как вам удобно, можете в кружке, можете в каком-либо там чайничке. И при покупке такого чая комплекс кальций-марин, это у нас кальций. Плюс витамины, минералы, которые мы пьем, кальций пьем вечером, потому что у нас кальций усваивается хорошо вечером. И, значит, 3 таблетки – это нижний порог суточной нормы, 5 таблеток – это верхний порог суточной нормы. Вы можете пить 3 таблетки или 4 или 5, в зависимости от того, что вы хотите вообще получить. Если вы, у вас не прям конкретная нехватка кальция, то, конечно же, пьем по 5 таблеток. Если вы травмировались, по 5 таблеток. Если для профилактики, я вот пью по 3 таблетки. Потому что кальций после 40 лет очень сильно вымывается из организма, чтобы предупредить остеопороз и, в общем-то, другие неприятные, хрупкость костей и всего остального. Здесь витамины. Это для того, чтобы кальций усваивался. Кальций пьем 8-9 вечера. То есть, если это вы пьете в первой половине дня, то это вы пьете вечером уже. И вот это вот все получается такой вот в комплексе. Вот такой вот у мамы заказ на этот раз. Все, что ей понадобилось, все, что ей нужно. Ждет тоже появление новой серии для лица с пептидами. Тоже заинтересовалась ей. Поэтому вот прямо здесь, смотрите, написано «Помощь для сосудов». То есть, если у вас мигрени, скачки давления, вот как раз-таки все это вот. Вот такой заказ классный, все вам показала, все вам сняла, что тут мама, в общем-то, заказала. И теперь уже отдаю ей заказик, потому что она очень-очень-очень его ждет, конечно же. Утро студента, когда сессия просто на носу. Патчи под глазами, чтобы не было видно синяков, да, и усталости. Макет на кухонном столе, рядом картон, на который будет наклеиваться это все дело. Тут у нас проект поселка, который вчера в типографии мы напечатали. Полчаса печатали этот макет. Не быстро. Но в таких, смотрите, красках, прям девочковых оттенках красиво. В этот раз на макете красивое небо, да? Не такое синее. Да. Красиво. Это учимся на своих ошибках. Да, учимся. Все с опытом, все только с опытом приходит. Для этого и учитесь, чтобы у вас было больше опыта, да? Угу. Все стулья убрала. Стол заняла, я приехала с массажа и думаю, где бы мне расположиться-то покушать. Все занято. Да, оставили мне уголочек небольшой. В общем-то, у меня, кстати, тут небольшое продвижение моего процесса вышивки. Не успеваю просто вышивать, не дают мне сесть и наслаждаться процессом. Хочется уже завернуть работу. Неудобно уже на этой высоте как-то мне. Надо приопустить маленечко. Ну, вот такие вот уже лошадки. Жеребеночек прям уже вырисовывается, вырисовывается. Заборчик, жеребеночек. Полянка, полянка. Ствол дерева. Заборчик. Тут у нас что-то, я не помню, что у нас тут. Но что-то у нас тут есть. Будет видно скоро с вами, как только, так сразу. Но процесс движется, движется не так быстро, как хотелось, но движется. Есть пропуски вот эти вот, вот здесь вот. И, кстати, вот здесь, в общем, надо сесть, сделать и, представляете, с таким большим удовольствием опустить это все вниз. Вот столько можно будет вниз опустить.
Потом взяться за мононить, прошить мононитью еще и вышивать дальше. И вышивать дальше. Так, подтянем. Ой. А это же у меня порвалось, подтянем. Вытянем, называется, по-другому это будет правильнее сказать, если я сейчас подтяну. А я этим, кстати, никогда давно не занималась. Да? В институте всегда это делала. А теперь дома. Вот видите, какая картонка-то. Ку-ку. Ну, будем ждать, посмотрим. Красоту твою. Идеально. Нет. Так, ну что, красавчик, покажись. Осталось только загореть там, где так еще были. Особо не отросли. Не финальный еще этап? Ну, ну что, девочки, мальчики, я тоже не теряла время, пока летом постригался. Мне тоже подравняли кончики. А потом я зашла, значит, в Кыштымский трикотаж там рядышком. Посмотрела, ничего не увидела. Пошла в парикмахерскую Илью ждать. Мы вышли, я ему говорю, давай-ка это. Заедем в другой магазинчик. Знаете, я там кое-что прикупила. Сейчас вам покажу, что я там купила. Вот. И будем сейчас смотреть. В Кыштымском трикотаже купила шорты и две футболки. Вы готовы? Прям клевые, мне понравилось. Так, ну что? Смотрим, что я взяла. Что я взяла? Первое. Значит, вот с таким милейшим сердечком. С кармашками. Так, это у нас шорты женские. Размер 42. Это у них вещь. Идет так, под таким у Кыштымского трикотажа. Вот такая как у них серия, что ли, вещей. Ну, как это назвать. В общем, вот такие шорты с разрезиками. Хорошие по качеству. Вот такие вот шорты. Цены видно. Ручкой подписаны. Следующее. Так, это у нас... Футболка я взяла 44 размера, салатовая. А вот эта вот футболка, она однотонная. Я ее думаю носить, ну, просто шортами с джинсовыми, просто цвет, знаете, такой, как бы, получается классный. Классный цвет. И здесь она ровненькая такая. Вот, такая салатовая. Следующая футболка. Уже тоже из этой серии вещь. Вот с таким. Она чуть-чуть по оттенку немножечко. Здесь, во-первых, сзади длиннее, спереди покороче. Другой фасон футболки у нее. Другой фасон футболки. И ее, допустим, вот с этими розовыми шортами будет очень хорошо. Она, кстати, мне кажется, да, по качеству. Это чуть-чуточку, прям чуточку потоньше, чуть-чуть поплотнее. Здесь вот эта вот розовая штучка, вот такой вот рукав. Вот. По цене
Вот это даже подороже футболка получается, да? Так, и что я тут еще взяла? Такие вот плавочки. Просто стринги черненькие. ХБшку. Хотела бы еще там какие-то светлые, бежевые. Ничего не было. Ничего не было. Знаете, это урвать очень сложно. Но я довольна приобретением. Теперь у меня такие яркие шорты, яркие футболки. И сначала думала, вот эту только возьму, которая, чтобы с костюмом. Потом решила и вот эту взять, потому что цвет клевый, классный. Думаю, надо брать, надо брать. В общем, такие вот у меня тут покупки из кыштымского трикотажа. Мне трикотаж нравится. Я и домашние костюмы покупаю. Прям, ну, прям вообще хороший. Самое главное просто здесь такая еще структура. Самое главное просто найти то, что вам нужно. Именно вот. Вот в магазине я ничего сегодня не увидела. Ну так, что я ничего не взяла. А вот во втором приглядела хорошие вещички. Ну что, разберем продуктовые покупочки. Взяла вот такой сыр, топленое молоко. Покупаю вот такое мыло. Хорошо, в общем-то, отстирывает белые носочки. Яйца взяла. Фарш взяла. Потом у нас такое печенье, оно как весовое считается. Так. Конфеты какие-то, желейки. Потом Яшкино крекер. Колбаску рубленую. Еще колбаску. Ариан флорентийский другую. Макароны. Дальше Любятово. Тут вообще к чаю ничего нету. Так, значит, еще макароны. Морковку по-корейски. Вафли шоколадные Яшкино. Так, это у нас хлеб бородинский. Ах, все падает, все падает. Так, масло 82,5. Белевский. Да, на сливках. Так, лук. Конфеты. Медунок с орехом. Так, это у нас курица. И майонез. Вот, да, все вот это. Ой, друзья, пока я там тем была занята, тем, пока в парикмахерской стиле, пока кушать готовила, пока ели, я тут даже с утра-то мы с ней наклеили, а тут-то посмотрите, дома-то пошли какие, ювелирная работа. Благо стол позволяет, клеем пахнет, я прям зашла с порога, хорошо, что окно открыто, а вот. Лето позволяет. Красота-то какая-то, а? Домишки-то какие. Из панелек. Из потолочной плитки, которую мы вчера купили. Вот такие вот. Это вот так должно быть. И вот те потом надо будет еще вырезать, да? Угу. Треугольнички. У меня вот где-то один ромбик есть. Я не знаю. Вот они, типа, по сути, должны быть выше. Но я не знаю, делать их вот такого же, либо склеивать вот так две, но тогда как будто бы слишком высоко. Я не понимаю, что делать. Ну, пока клей вот эти маленькие домики. И пинцет. Все пошло в ход, понимаете, тут все. И клей. Вот этот самый лучший, на руках не остается, от всего удаляется потом. Даже если вот здесь вот он бывает тянется и ниточки остаются, они когда высыхают, вот так вот ниточку берешь, и она, короче, убирается. Она просто отстает от него. Угу. Вон она. Я когда увлекалась, шила куклы Тильды. У меня много их дома есть. Какие-то дарила. Вот. Какие-то у меня дома есть. В общем, шила кукол Тильд. Вот этот клей самый лучший в плане, да,
не оставляет желтого на ткани, если нужно что-то приклеить. В общем, клей вот этот самый лучший все-таки. Ну, красиво, слушай, проект красиво получается. Будем дальше, друзья, наблюдать. Настя сказала, надеюсь, когда ей сдавать дождя на улице не будет. В общем, как-то так. В общем, развлекается. Что-то смотрит. Что смотришь? А, этот, Звезды в Дубае? Нет, выжить в Дубае. А, выжить в Дубае. Понятно. Выжить в Дубае. Что тут у нее тут за красота? Я вам показываю. Бусики. Резиночки, картины Настя нарисовала, не знаю, показывала вам или нет. Что она давно ничего не рисует, вдохновения нет. Вот это последнее, да? Mm-hmm. Тут первое было нарисовано, второе. В Леонардо купили просто это, холст такой беленький, и вот она нарисовала. Тут у нее свечки, свечки, свечки. Так что, так вот. И пошел рабочий процесс. И пошел рабочий процесс. Ладно, стол позволяет все это разместить у нее в комнате. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.